Всем привет, водномоторники. Что будет, если мотор не опреснять после морской воды и не промывать систему охлаждения? Будет то же самое, что случилось с этим мотором. Это Yamaha 8B, которая сейчас производится как Enduro, как Sea Pro, китайская 9.9, 9.8, Yamabusi и так далее. Вот такой мотор. Здесь четко дают понять, что это Yamaha. На нижнем цилиндре у мотора компрессия 11 кг, на верхнем 5. То есть разница большая. Мотор к нам приехал по причине того, что была большая потеря мощности. Из контрольки шла горячая вода и пар. Когда мы его запустили, вода с контрольки пошла не сразу, а через некоторое время. Это видео будет не про ремонт, а просто про диагностику. Диагностику этого мотора. Что с ним произошло, что случилось. Здесь не одна только причина забитой системы охлаждения, а скорее всего просто еще слабое давление помпы. С чего я вообще взял, что здесь система забита? Потому что, сняв крышку термостата, под ней там видно остатки соли. Ну и раз мотор перегрелся, упала компрессия, значит головка, скорее всего, полностью забита. Сейчас мы все это будем разбирать, смотреть, что с ним случилось и что будет, если систему охлаждения не опреснять, не промывать. Видно задиры уже на верхнем цилиндре. В этом моторе будет огромное количество заломов. Потому что мотор, скорее всего, эксплуатировался только в соленой воде. Ну, что поделать. Если этот мотор будет восстанавливаться, значит, будем все это высверливать. Двигатель снят. Ну, болтов, конечно, я тут поналомал. Потому что погреть возможности нету именно в этих местах. И вот что было обнаружено. Здесь... А вот что здесь под двигателем. Также соль еще вот здесь, где трубка. И вот еще что. Сломана трубка, оказывается. Оказывается, сломана трубка. Значит, это и есть та самая причина, почему мотор перегрелся. Ну, одна из причин. Разобрался двигатель, и вот что обнаружилось. Поршень в задирах с одной стороны. Кольца залегли. Этот поршень, второй, тоже не без задиров. Такое вот состояние. Головка блока цилиндра имеет такой вид. В принципе, она чистая, а вот блоку досталось побольше. Рубашка охлаждения забита солью в некоторых местах. Здесь вообще все наглухо просто забито. Сюда поршень вставляется, а в эту гильзу нет. То есть здесь вставляется, здесь не вставляется. Коррозия сдавила гильзу, образовалась эллипсность. Ага. И из-за этой эллипсности в этом месте поршня как раз и образовались такие крупные задиры. Если вы знаете, какими растворами можно удалить всю эту соль из системы охлаждения, напишите об этом в комментарии. Потому что, кроме как разобрать и почистить, мы другого не знаем. Вот такое состояние под крышкой выхлопа. То есть видно, что мотор, скорее всего, ни разу не опреснялся после соленой воды, после морской воды.
Наделали мы здесь, конечно, тоже заломышей. Нам советовали для того, чтобы легко разбирать лодочные моторы, надо просто окунуть мотор в кипящее масло. Но мы не стали этого делать. В редукторе эмульсия, а крыльчатка оказалась нормальной. А причина низкого давления воды была в трубке охлаждения, потому что трубка повреждена. Ну и все на этом. Плюс еще сказалось то, что система охлаждения была забита, вода застаивалась, нагревалась, из контрольки выходил кипяток. А на этом все. Пишите свои умные комментарии, ставьте пальцы вверх, можно и вниз тоже. Если ставите палец вниз, пишите, по какой причине, чтобы мы у вас учились тому, чего не знаем. Ну и все, поэтому опресняйте свои моторы. Пока. Вот так можно убить мотор, даже японский. А вы говорите, китайские моторы плохие.